Когда-то греки воевали с троянцами. Однажды троянцы увидели, что у ворот их города стоит деревянный конь. Огромный конь. Ослепленные тщеславием, они подумали, что это было подношение со стороны греков, так что они открыли ворота и затащили коня внутрь. Но они не знали, что этот конь был полым и был набит греческими войнами. Той же ночью троянцы проиграли войну. И это именно то, что сделаем мы с вами. Когда они туда войдут и подумают, что выиграли сражение. Положите все металлические предметы в контейнер. Очки, часы. Если у вас есть оружие или микрофоны, я вам советую их тоже положить. Мы отслеживаем радиосигналы любого типа. Также снимите обувь. Будьте добры. А теперь на пол. Ложитесь. Да, вот так. В позе таракана. Давайте. Надевайте обувь. Возьмите только очки. Они вам понадобятся. А вот теперь добро пожаловать. Возьмите ваши принадлежности и следуйте за мной. Спасибо.